Вот голова антилопы, которую я в Вайоминге подстрелил. Начинаю процедуру. Обрезать все лишнее. Чтобы потом сделать европейский стиль черепа с рогами на это, на стену. И вот потихонечку обрезаю. Использую нож. Batchmate. Компания Hidden Canyon Hunting Knife. Отлично работает. Вот. Своих денег реально стоит. Спасибо добрым людям, которые посоветовали его взять. Эдик с Нью-Йорка. Джим с Вайоминга. Не сталь, а стекло. Просто режет. Все. Вот немного почистил, теперь кипячу воду на такой горелке бензиновой на примусе, для того, чтобы отделить эти шел с рога покрытия. Они немного устроены по-другому, как, не как у оленя, они снимаются. Для этого без химии нужно поместить в горячую воду, в кипяток, немного подержать и потом их снять, чтобы дальше уже работать с химией. Процесс пошел. И вот кастрюля, бензиновая горелка. Такими вещами жена не разрешает дома заниматься, поэтому занимаемся на границе гаража и улицы. Для обезжиривания и частичного отбеливания используется вот такой вот компонент из Walmart, OxyClean White Revive. И буквально вот только, и это все доводится до кипения. Вот дело уже веселее идет. Такая вот череп антилопы. Никак не могу отсоединить эти рога. Пришел сын, биолог, объяснил, что все я неправильно делаю. Надо, чтобы вода была почти до катерсов. Вот. Вот почти до них. Потому что там тот хрящ и оригинальная черепа рог, который идет. Очень высоко идет. Ну, добавил воды. Жду, когда закипит сейчас. Потом буду пробовать отсоединять. Вроде как бы почти готово, только нужно отсоединить.
Вот вытянул один шелл фрога. Вот так вот он получается. Вот на таком он уровне где-то стоит. Сейчас надо доварить и вытянуть второй. Потом вот эта вещь тоже снимается. Убирается. Все, я победил эти рога. Как бы шел с эти вытянул. Теперь, когда вот антилопа выглядит вот так вот, я сюда добавил немного химии. Вот прошла ночь. Я уже помыл как бы. Вот такая уже голова. Вроде как жиреная. Есть немного местами черные полосы. Поджимаем затемнение. Сейчас будем пробовать отбеливать. В роли отбеливателя будет перекись водорода. Нужно, конечно, больше процентную. Ну, какую есть, залью. Посмотрим, что будет. 3% залью сюда 4 банки. Это почти 4 литра. Вот что в конце концов получилось с этой головы антилопы. Высушено, чистенькое. Там можно немного поубирать, но я решил оставить оно. Никаких жил, мяса, ничего как бы нет. Вот так вот, такая вот черепушка. На нее потом одеваются shells. Ну, вот так вот она будет выглядеть как бы на стене. Такой европейский стиль. Следующий шаг, я буду покрывать ее клеем ПВА нашим. В Америке он называется School Glue. Вот такой вот. Его разбавляю немного с водой. Покрываю несколько слоев. Жду, чтобы слой высох, слой высох. Зубы потом будут нормально держаться, все будет как бы хорошо. Потому что вот даже сейчас видно, что на своем весу зуб выходит, заходит, как хочет, себя ведет. Вот. Когда покрою клеем ПВА, такой силинг будет, покрытие. Она и в руке красиво
сидит и смотрится, будет с отблеском. Ну, будем пробовать. Следующий шаг. Чем вот хорош? Хорошее покрытие клеем ПВА, что если когда-то захочешь что-то переделать, просто бросаешь воду, она размокает в воде, и хочешь красишь, хочешь рисунок наносишь на кости. То есть, если уже не на постоянно делать, а когда-то, может быть, захочешь заняться искусством на кости, то клей ПВА как бы самая идеальная вещь. Вот последний штрих. Обычная шпаклевка ставится на основание рогов и одеваются эти shells затвердителем. Ждем, когда засохнет. После того, как засохнет, надо будет рога покрыть вот таким вот покрытием для пола. Мапгло. Вот чем закончилось отбеливание черепа антилопы с рогами. Вот такая получилась экспозиция.